Дарья Семенова. Надо говорить я. Где Семенова? Белотобыльская. Владимирская. Владимирская. Площадку приглашается Городницкая.
Окончательная оценка Панкова 7,825 тысяч рублей. Первое время на оценке показать. Вторая судейская бригада. На площадку приглашается Пухов Дмитрий Иванов, подготовиться. Вторая судейская бригада. Приглашается Григорий Окончательная оценка моей серии 8,725 тысяч евро. Ну вот это как его? Лето.
Муж, тебе сделал. На площадку приглашается Минин Дмитрий, Новосибирск, Гагарин.
оборону. Сегодня первый бригад. На самом деле показать. Thank you.
Второй судья из первой бригады. Судья Тимофей Анастасиев.
будет ходить.
Сегодня
Алексею Александровичу Кабаеву Сергею 8,67. Оценки показать. Мы приглашаем в Добрый Евгению Весьмерскую пригодную подруги Александра Владимировича. Обрати внимание, не на шпагате, корпус не спускают. Для чего? Так чуть-чуть позиция выдержится. Давай, давай! Прям вот прям. Я засыпаю.
На котором приглашает Лилия Владислав, приготовится герцог Юрий Московской области. Оценки приготовить. Окончательная оценка в коллеге Семена 8,38. Оценки показать. На ковер приглашается Золотарев Илья, приготовится Кузьмин Павел. Оценки показать.
ковер приглашается Соловьев Андрей Липец, приготовится Кошин Святослав Саратов. Судя на оценку, приготовились.
Окончательная оценка Смирновой дали 8,45. Оценки показать. Молодец. Окончательная оценка Шульгина Егора 8,85. На карту приглашается Максимин Кинова, Петрозаводск. Приготовится Соловьев, Артур, Петрозаводск. Наладима! Держи. Молодец. Судья подбегает. Пусть будет. Будет всем сравнить, показать ребятам. Ну, смотрите, это выполнено, смотрите, это выполнено. Вам 5 на 9 что ли сделать? Ну да. Там качество намного выше и лучше. Угу. Ну, честно, ну, честно. Прыжочки под
Yeah.
Thank you.
чувствуешь, как ударяет? Где она? Тун. Смотри, где. Вчера был приезд на участие соревнования. Сегодня привет. Вот это вот быстрее скорость, чем тебе. Это? Да. Сейчас забыл. И рисунок. Смотри, он рисунок делает. А у тебя одно движение. Сейчас узнаем, какая оценка у меня будет. У меня уже очень много ошибок было. Только еще лучше, я тоже не понял. А? Мы сразу не держим. Как будто только сейчас только лучше. Да, нет, он, конечно, очень слабо делает. Очень. Сейчас посмотрим, какая оценка ему будет. Смотри, рисунок выделывает. А у тебя что? О, молодец, здорово сделал. С самого начала. Посмотри опять. Вот такой рисунок. Блин. Не, он здорово делает. Опять клинет не сделан. Может, 3 десятых, кажется, да? Нет, вообще тоже снимает.
50. Еще клапан. Вот пол 450. И вот еще клапан. И вот еще клапан. Сейчас КР выйдет. Давай, 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 давай. Второй раз. А для чего надо работать? Просто мог тренироваться. Так вроде здорово начало.